Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и вместе со мной сегодня играет... скажи еще раз, тебя вообще сейчас не было слышно. Лёха с канала «Чё хочу, то ворочу ты вы», всем привет. Во, другое дело, блин. Короче, это Лёха с другой стороны. И я его победил. Сегодня у нас третий поединок. Counter-Strike Global Offensive. Сегодня мы играем в незнакомой нам обоим карте. Я на ней ни разу не играл, он на ней ни разу не играл. Карта называется матча. Вот только я так и не в курсе, что это за матча. Короче, как всегда, я начинаю за спецназа. И сегодня я просто обязан победить Лёху, по-честному. И чтобы победить Лёху, нам не обойтись без... Что? 1-1. Спасибо за дробовик. Чтобы победить Лёху, тут не обойтись без хрустящих хлебцов фитнес-лайн. О, боже мой. Поехали! Нечего. Ладно, вот это возьму. Блин, ну я не успел никакое оружие купить. Мне не хватает вообще денег на нормальное оружие. Ну ладно, может, этим обойдусь пока. Короче, 1-2. Но я просто обязан Лёху выиграть. Ну и... Мне энергию должны прибавить эти вкусные хлебцы от фитнес-лайн. Устоять невозможно. Хлебцы не прибавляют. Они наоборот. Это ж хлеб. Все-таки. Ты где, ё-моё? Что это вообще за город? Я ни разу тут не был. Что? Что? Какого фига? Когда ты успел это сделать? Алё, блин. Добро. Yes. Видите? Ой, я твой АК взял. Ладно, хорошо. Возьмем его. Броня 100, здоровье 100, отлично. 3, 2, 1, поехали. Ты чё-то, ты чё-то тебя вообще плохо слышно немножко. У меня плохо то слышно. Ну не знаю. О, в здание заходить можно. Да, можно. Блин, из чего ты стрелял? Калаша. Ага. Так у меня тоже калаш был. Ну и что? Я в тебя стрелял, а ты меня с первого раза убил. С первого выстрела я нет. Ну просто я в голову сразу нормально стрелял. Ох, да. А это фигня. И оружием не махаю.
А махание оружием что-то дает? Конечно. Что это дает? Ну, ты если в реальной жизни будешь стрелять и это, махать оружием, плохо же будет. Ты ж не сможешь попасть туда, куда ты целишься. А, ну да. Что? Бомба! А, еще это орёшь? муляж, как будто какой-то был сейчас. Напугал меня, я думал, ты меня увидел. Нет, я увидел. Я увидел тут баночку, которую ты тут где-то бросил. Ты где был? Я за твоей спиной был. Странно, что, кстати, ты меня не увидел. Хе-хе-хе. Отлично. Хорошо, хорошо, начало пошло. Ну давай быстрее уже, я хочу играть. Дайте сыграть, блин. Да что ж ты не попадаешься-то мне? Ты чихнул стволом? Я чихаю, когда дыма... Это не дымовая, это... А, это не... А, нет, это не твоя граната. Она все время тут валяется, оказывается. Световая граната, когда взрывается, я чихаю. Блин, я тут кругами, что ли, хожу? Так, засады сейчас не будет. Что? А-а-а-а. Как ты меня не увидел-то? Сейчас не, я тебя не видел. Увидел только после того, как ты меня убил. Ладно, покупаем что-нибудь помощнее. Давай, 3, 2, 1, поехали. Какого ж фига ты это делаешь? Да блин, чё ты не попадаешься-то? Отлично, теперь ты на А положил. Да, дверь закрыта здесь. Твою мать. Где бомба? Где бомба? Где бомба? Пока что порвано у нас что-то, я смотрю, идет. Я не понимаю, как я промазал. Вот и я не понимаю тоже. Что? Сработало. Хитрюга ты вообще, блин. Хорошо, да, я чихнул? Да. Ты что, отвлекающую кинул? Ложную, точнее, да? О, Рустам пишет, отвлекает. Алло. Да, я тут. Я говорю, ты что, ложную гранату кинул? Да. Я думал, ты реал стреляешь. Апчи!
чего ты стреляешь? Ты чуть не... А, ПВП опять. Я что-то промахивался сейчас вообще. Так, негер, там, прикинь, только пуль летит, какая отдача большая. Им же надо чуть ниже целиться, чем когда ты стреляешь. Поэтому ты им не попадаешь, что ли? Апчи! Просто ответный удар. Сам себя ослепил, блин, зачем я это сделал, а? Фух, слава богу, ты не подобрал. Что? Подобрать? Подобрать? Блин! Ничего у меня дофиг... Не беда, у меня дофигища денег, я могу его купить. Сколько у тебя денег? У меня еще 3000 есть, я купил. У меня 11. Но ничего. Чин! Видишь? Как классно было. Но меня ослепило, я даже боялся, что ты меня сейчас загасишь. Ну, ты промолчал, поэтому я подумал, что тебя там нету. Ну давай уже, и как я ненавижу вот это время перед началом. Ну хотя это время, чтобы закупиться. А потом говоришь, ой, чё, ой, а чё он меня убил? Да потому что долго закупаешься. Тебя что, не ослепило? Ослепило, только ей только ненадолго совсем. Меня деньги кончились. А у меня еще очень много денег, но я пока, но я закупаться пока не буду. Ничем. И где ты? Какой хороший вопрос. О, помойки можно прятаться. Где можно прятаться? Помойки. И в здание заходить. Что? Что? Быстро, 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 быстро! Сначала проверяем А, сначала проверяем А. Нет, это не на А. Ты хитрюга, блин. Мою. Да, этот выпуск повеселее, чем предыдущий. My beach to zero. Так, вот это. И еще вот это. Покупаем. Ты вообще говна кусок. Где ты прячешься там? Что? Теперь не на Б? Вот хитрюга, а?
Я чувствую, что вот мы вот-вот наткнемся на ловушку. Стой, Леха-террорист. Максимадзе пришел для того, чтобы разрушить твои террористские планы. Ради правды, справедливости и целой кучи денег наличными. Но не получилось. Теперь я буду террористом, а Леха спецназом. Счет. Я отстаю на одно очко всего лишь. Это еще означает, что у меня еще есть шансы на победу. Я вот не очень хорошо, правда, гранаты умею кидать. Кидай всегда стенку, а цветовых отворачивайся. Они же оттолкнутся. Что? А это птицы летают. Тень от Нет, птиц. это... Почему стрелка на А показывает на стену? Туда же нельзя пройти. С тобой бегал секунд 20. Ну ты вообще малый, конечно. Пойду, наверное, задом наперед. На всякий случай. Опять за тобой сзади бегал. О, блин, да как ты это делаешь? Ты чё? Как? Ну все. Но откуда я всегда прибегал, туда я и бегу. За террориста, откуда я прибегал, туда я бегу. Ну все, чувак. Я насажу тебя на ствол сейчас. Да-да-да. Придется, видимо, вперед и назад смотреть на всякий случай. Чтобы смотреть, есть ли ты тут или нет. Только не говори, что ты сейчас тут будешь. А, я тебя вижу. Ах ты, блин. Вернулся. Нет, перезарядка. Давай, минируй быстрее. Чё? Хорошо, ладно, ладно. Блин, ты вообще даёшь, блин. На целых 4 очка я тебя отстаю. Я должен тебя выиграть, но как же так? Да ты где-то прячешься сзади меня и... Я просто тебя нигде не вижу. Давай, давай, давай. Секунда, секунда, быстро. Да ну... это пипец какой-то вообще просто. Читер. Ты. Вот почему я тебя так часто выигрывал в прошлый раз. Потому что я тебя быстро находил, а сейчас ты меня быстро находишь. И ты где-то видишь меня, я так чувствую. А? А, это невозможно. Тебя просто невозможно победить уже становится. Блин, зачем нафиг я это оружие взял? Вообще бесполезная штука. Давай, давай, секунда, блин.
Нет, 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 перезарядка. Ты где столько денег берешь? У меня вообще столько. У меня нету денег, чтобы купить такую пушку. Я... Ну, во-первых, ты деньги тратишь на что попало. Потому что у меня больше не хватает денег на не на что попало. Так какой ты с пистолета стрелял и копил деньги на выбор. Во-вторых, я же его не покупаю каждый раз. Когда ты умираешь, оно же у меня остается. Ты 7 раз подряд меня уже убил. У меня же оружие остается. Да, и тебе деньги приносит. Чё? Только не говори, что ты рядом. А, это невозможно. Я рядом. Ты просто с самого начала меня... Не понимаю, как ты меня выслеживаешь. Я не выслеживаю, за стенкой просто сидит. Это вот я сейчас по-настоящему включил свое предчувствие. Предчувствие ты включил, но у меня уже нету, походу, шансов тебя выиграть. Неожиданно 5 было секунд, сейчас. 5 секунд, быстро, быстро, блин. А? Да, 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 ты все время неожиданно появляешься, это бесит. Мне нравится. Ну, естественно, сейчас ты меня выиграешь и все. Что? Ты где ты, блин? На этой карте спецназу всегда легче, чем террористу. С чего ты решил? Ну потому что мне я тебя уделываю легко. Сейчас ты играешь за спецназа, и ты меня вообще уделываешь быстро. На раз-два. Я сейчас я не буду даже это делать, потому что наверняка ты сейчас где-нибудь откуда-нибудь вылезешь и все. Страшно, да? Я твои шаги он уже слышу. Я на корточках хожу, ты их не можешь слышать. А что, это мои шаги тогда, что ли? Видимо. Время-то на меня работает, ты бы заложил бомбочку. Что если ты... Я боялся, вдруг ты где-то сзади меня уже поджидаешь. Это нечестно. У тебя при... Ты просто откуда ты берешь? Короче, Леха просто победил меня 15 раз подряд. Ну не... И это не... Капец, просто невозможный. Он меня с одного выстрела убивает, я ни с какого не могу. Ну то, что у меня АВП, оно что-то... А я не могу его вообще никак купить, мне не хватает денег. Спецназа, возьми спецназа. Я террориста. Ну просто не до конца, но чуть-чуть. А может даже до конца время хватит, ну не знаю. Может просто выпуск дольше будет, не знаю. Короче говоря, это пипец. Нафиг вообще какой-то просто... Лёха просто меня уделывает на раз-два. Невозможно. Почему я слышу сам себя? Чё у тебя там не так идет? Микрофон убери от колонок подальше. В колонках нету твоего звука. А почему я тогда слышу сам себя сейчас? Не знаю. Да ты АВБ сразу что ли купил? Нет. Откуда у тебя деньги такие большие на него? Нет, это оружие вообще бесполезное и тупое. Брать его не буду ни за что. В смысле, я сейчас из пистолета тебя стрелял. Ну все равно странно, ты меня с первого выстрела убил. Не с первого, а с третьего. Ну все равно, ты что-то меня уделывать начал все время. Ну потому что я согрелся. Есть, наконец-то. Ну негев, конечно.
Спасибо, дал мне денег заработать. Капец, это просто обидно. Как ты меня уделал? Почти где-то 10 раз подряд. Здесь 10 раз подряд Леха меня уделал. Поскольку этот поединок так быстро закончился, потому что Леха меня на разу просто на раз-два победил, мы еще немножко поиграем. Может быть, даже этот поединок до конца пройдем. Ну, до конца я, конечно, не уверен, но может быть. Да и где ты прячешься, эти что-то я не пойму, блин. Блин. Только не говоришь, я на А пойду, наверное. Потому что я сейчас отправлялся на Б, теперь передумаю и пойду на А. А то потому что все время работает такая тактика. Да блин, да где она? Где А? Нет, она не на А. Надо было на Б идти. Ой, просто говно какое-то, Ты блин. бы чуть вперед пробежал, я бы еще и тебя бы убил. Просто Ё-моё! какое-то говно, серьезно. Блин, я умер сквозь стенку. Из-за этого В у меня смысле? ВП У меня пропал. ничего такого не показалось. Из-за этого у меня ВП пропал. А, ну ладно. Игра тебя хотя бы наказала за те победы жесткие. Стой, злодей. Наконец-то я тебя сейчас уделал. Ну, правда, ну, потому что за спецназа на этой карте почему-то легче играть. Не поэтому, потому что у меня ВП не было. Вот Надо сейчас ВП есть. сразу же брать, когда деньги появятся. Но у меня денег до сих пор нету на него. Где ты? Кажется, понял, какой тактикой ты пользуешься. Подслушиваешь мои шаги и кладешь бомбу там, где их нету. Нет, я вообще почти без звука играю. Да, но все равно у тебя сверхспособности, походу, какие-то. Не понимаю вообще, как ты меня выслеживал тогда. Я тебя не выслеживал, ты просто долго оружие покупал, я уже в это время прибегал. Ну не одним же пистолетом слабеньким я пойду. Ну так я тебе в голову попадал. Красавчик вообще просто. Только не говори, что тебя здесь нет. Ну блин, тебя тут нет. Почему все время, когда я иду на А, тебя ты на Б? А когда на А, а когда на Б, ты на А? Так, ты где-то прячешься, я прям уверен. Блин, ну шансов вообще просто нет.
нет, надо было аккуратно подойти сзади и в тебя сзади выстрелить. Чё я не додумался? Чё-то ты вообще круто играть начал, мне это не нравится. Денег на АВП так и нету. Не знаю, есть ли у тебя. Это у меня АВП никуда не припадает. Ну да, потому что ты меня всегда выигрываешь. А я всегда проигрываю. Что-то тебя тут долго нету. Пойду-ка я на точку А. У меня два пистолета вообще каких-то всего, больше ничего нет. Думал, получится меня обмануть. Пойду-ка я на точку А, а сам на Б себе. Ага. Так и есть, так походу. Блин, я рядом с точкой А был, почему я туда не пошел? Я уже не успею добежать, не надеяться, даже я уже не надеюсь ни на что. Все. Ты меня просто на раз-два уделываешь. Это вообще. Ладно, зато я могу наконец-то АВП покупать. Спустя столько времени, блин. Эл гранат мне особо-то что-то пользоваться умею. Ой, это пипец. Нафиг. Просто нафиг. Вот все время, если я тебя жду на точке А, ты кладешь бомбу на Б. Или наоборот. Почему так? Вот все время так. Жалко, по этой лестнице нельзя забраться. Квартирка тут. Так, я надеюсь, что ты здесь. Хотя что-то я сомневаюсь. Есть. Наконец-то я тебя с АВП застрелил. Повезло, повезло. Давай, давай, скорее, 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 скорее. Да. Продолжаем закупаться. Покупаем броню. Ну и ничего другого нет. Смотри, прямо налево там вниз по лестнице. Ты в одно место постоянно бегаешь, поэтому. Я в разные места все время бегаю. Где? Я тебя вообще до сих пор не вижу. А, вот ты где был. Ты прятаться-то умеешь. А ВП-то я могу купить? Да, могу, конечно. Ну и все, больше ничего я купить не могу. Ну давай, быстрее! Да, первый выпуск был вообще веселый. Этот что-то
какой-то странный. Ты что-то вообще круто начал играть. Когда мы первый раз с тобой играли вне видео, я вообще тебя удивлял. Ты мне даже сказал: слушай, иди в жопу. Просто иди в жопу. Как ты это делаешь, я не понимаю. Что? Ты где-то рядом? Так, я пойду на... И дай угадаю, тебя опять тут нет. Да? Естественно, тебя тут нет. Кто бы сомневался. Все время тактика не работает. Все время ты в другой точке, не там, где... Куда я иду? Почему я все время себя слышу, блин? Где ты, ё-моё? Я ж в те... Мы в одно и то же время выстрелили друг друга, но я промахнулся, а ты нет. Это просто не... Ну все, АВП теперь я долго не смогу еще покупать. А я ничего кроме пистолетов купить не могу, потому что у меня вообще денег нету. Какой же ты смешной. Блин, ну ты просто какой-то этот... Как ты так делаешь? Я просто не могу понять. Я машина. Которая выслеживает меня, блин. Что? Обалдеть. Просто обалдеть. И я АВП твой еще взял. Круто. Повезло. О, да, я взял твой АВП. Я снова в игре. Ура! Ой, почему я умер? А чё, да чё такое? У меня написано, что ты типа в моей команде. А сейчас нет. Фу, опять какие-то баги в игре, как в прошлом выпуске пошли. Так, сейчас время закончится, я выстрелю, чтобы этот баг не произошел. Ладно, игра мне сейчас помогла. Два раунда тебе вы... Блин, почему тебе два раунда тут осталось? Ты откуда появился? Тебя же там только что не было. Ай, это ж пипец какой-то. Я только АВП твой взял. Ну вот. Просто невозможно. Давай, иди быстрее. Я уже устал от этого. Он же все-таки мой. Сегодня, походу, не мой день. В смысле, я же отвернулся! Как меня ослепило, я же отвернулся! Пел. Я видел, как ты шел, я уже готов был выстрелить. Но ты как-то читерские коды, походу, какие-то вводишь и у... Какие коды? Калываешься, мы честно вообще-то играем. Меня ослепляет все равно, даже если я отвернусь. Я отвернулся, и ты все равно меня все равно ослепило. Чай, зараза. Я с другого угла специально теперь спрятался. Я думал, ты еще не пришел. Зря ты так думаешь. Жалко, АВП не могу взять. Ну ладно, дробовик тоже неплохо убивает. АВП не подобрал? Надо было подобрать. А как ты его не теряешь-то все время? Ну, как... У меня что-то деньги есть, когда про... Когда выигрываю, но он остается. Ой. Показалось. Походу. Блин, где быстрый обход? Ну его нету, что ли? Говна кусок, который как-то очень странно играет.
Я с балкона в тебя стрелял, как ты не видел. Это невозможно, это просто невозможно. У меня так-то тоже запись идет, у меня все доказательства есть. Ой, да, на 3 очка я от тебя отстаю, и одно из них, а и по сути на 4, потому что одно из них мне дали не по праву. У меня денег вообще нету. А, я теперь террорист? Отлично. А террористов надо Теперь опять ты убивать. меня будешь уделывать на раз-два. Убивать террористов. Смерть Вот дай террористов. угадаю, ты там за мной уже следуешь. Потому что ты как-то меня отслеживаешь, и я сам не знаю как. Где? Где? Где это делается? Ну-ка, быстро, 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 давай. Нет, стоп, нельзя стрелять. А ну-ка поверни. Как здорово, что я у тебя за спиной оказался. Ну, я почувствовал. Ты как-то странно себя начал вести. Да потому что надо было что-то делать, чтобы ты меня сейчас не победил. Может, вот Ну, это выкупи взять? все ситуации. О, теперь я начал себя с первого выстрела убивать. Отлично. Голову попал. Хорошо, что... Я всегда стараюсь в голову попадать, но что-то я не попадаю сразу. Наверное, потому что на ходу стреляю. И на ходу, если удерживать, тоже. Машина стоит. Эта машина тут может помочь, наверное. Ну где ты, блин, господи, чё я тебя не нахожу-то? Алё, ты где, блин? Алло, я у тебя дома. В смысле ты у меня дома? Где? Дай угадаю, ты тут уже прячешься где-то. Ну нет, пока что. Да, я не успею сейчас. Ай. Опять я ВП не смогу купить, потому что у меня вообще денег нету, нисколько почти. Ведь чё, тебя вообще плохо слышно. Я говорю, я бежал, куда глаза глядели. Ага, и ты меня выслеживаешь, у тебя глаза на затылке. Я назову этот выпуск «Лёха стал невероятно сильным». Или как-то так. Леха превратился в машину убийств. Лёха стал слишком опасен. Так, ты сейчас я пока буду это делать, ты уже где-то появишься сейчас. Ну, пока нет. А тебя ничего не ослепило, что ли? Ослепило, и я, короче, в разные стороны стрелял, в надежде в тебя попасть. Ну, повезло тебе. Да, наконец-то вести начало, блин. Я долго целю, просто волнуюсь. Поехали, поехали уже быстрее, да, давай, давай, давай. АВП купить я не могу, денег не хватает.
Обалдеть, ты мне практически все хп снес, у меня всего 2 осталось. Ты даешь, конечно. Давай, ну давай, секунду, секунду, давай. Ну где ты, ё-моё? Так попробовать пойти. Может быть, так я тебя хоть подстрелю. Он даже 300 баксов дают за закладку бомбы. Да! Я прям тебя стрелял, почему ты не умер? Ты мне снес только 50% брони. Или может... Очевидно. Или, может быть, у меня было 50% брони уже? Я не понимаю, почему. Наконец-то мне стало... Наконец-то справедливость восторжествовала в мою пользу. Равно проиграешь. Ну, не знаю. Надеюсь, нет. Чего? Я за машиной спрятался и поджидал тебя там. Я просто привык, что ты там обычно ходишь. Я, кстати, Больше не пойду. хорошо, это мы запомним. Ладно, я, наверное, на А пойду сразу. Или, может, не стоит, конечно, не знаю. Я сзади тебя прячусь. В смысле? Я тебя не вижу нигде. Тебя тут нет. Что-то ты надалбываешь меня, мне кажется, сейчас. Ой, тупик. Так ты меня пропустил. Да что, да кому, да что ты гонишь? Я не гоню. Чего ты решил, что я гоню? Я ж тебя не видел нигде. Ну, то что ты убежал. Вот так сделаю. Я же говорил, что я сзади. Блин, да как ты меня выслеживаешь, а? Ну ладно, я на 12, я на 1 очко больше пока тебя. И то, по сути, на 11. На... Не на 1, у нас поровну, по идее, должно быть сейчас. Да, блин, покупай, ты уже АВП этот дурацкий, блин. Все, поехали. На всякий случай. Вот так и знал, что ты с той стороны вылезешь. Хорошо, хорошо, хорошо. АВП купить нельзя.
Это очень плохо, конечно. Ну ладно, вот это хотя бы возьму. Понадобится, может. Я должен тебя победить. Вернись! Вернись, я Ни тебя за что. под пулей в лоб. Ура! Наконец-то мне начало вести. Ну давай, поехали, все, поехали. Полетели, полетели, давай, кнопку нажми, давай. Сколько этих хп снес? Ты? Да. Снес или осталось? Осталось 71. Ну, Значит, блин, жалко. Я думал, я много тебе снес. Ну ладно, я зато ВП взять могу. Поехали, поехали, быстро, быстро, поехали, ну. Опять эта дурацкая квартира. Только не говори, что ты сзади меня. Я везде. И нигде, да? Что? Ах ты! Даже говорил я везде. Надо было спрятаться все-таки и не вылезать оттуда. У меня был бы... Я мог бы спрятаться за угол и положить там бомбу, но, блин, почему я не додумался это сделать? Стоп, броню взять надо. Ладно, я на одно очко от тебя отстаю, но это не беда. Я еще до тебя доберусь. А что? Как правильно, что я это сделал. Тебя ослепило? Да. Ну, не ослепило до белого аж света. Я... Граната за моей спиной была. Улетела туда. А, я же АВП взять могу. Стоп, ты, по-моему, стреляешь где-то не там. Куда я сейчас шел? Блин, жалко, тут залезть нельзя. Ну и где ты там? Ты бомбу-то идешь закладывать или нет? Рванет же. Блин! Я тебя не заметил. Я не услышал тебя. Так я прыгал, как ты меня мог не услышать. Я думал, что я услышу, как ты обезвреживаешь бомбу. Блин, надо было хотя бы не вылезать из укрытия, чтобы ты меня не убил и у меня ни пушки не пропали.
А мне еще и покупать-то почти нечего. Ладно, обрез возьму. Все, Леха опять победил. Ой, ребята, Леха стал невероятно сильным. Да. Наверное, больше часа. Ну ладно, тогда все, давайте, всем да. Пока, я с вами прощаюсь. С нас отличные видосы. Подписывайтесь также на стримский канал, на группу ВКонтакте. Всем пока.